Ой, боже, опять одна тупит. Кого бы попросить снять для меня влог? Тамадрин, такой Тамадрин. Солнечный день, ух ты. Кого не фотографируется? Класс. Ну ладно, надо немножко потанцевать. Оу, ебой. Та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Эй, девочка! Надеюсь, он не мне. Надеюсь, он меня не видел. Я тебя видел, ты там за столбом. Что ты там делаешь? О, Адриан, привет. О, привет, я тебя знаю. Ну да, мы учимся в одном классе. Да. О, что ты тут делаешь? Привет. Привет, я... Я шла в парк, потому что моя мама, папа, вернее, да, попросил меня пойти там купить эти яблоки. Вот деньги, у меня есть деньги. Да спокойно, что ты так переволновалась? Все же хорошо. Я не волнуюсь, я всегда такая, кто волнуется, я? Зачем? Я никогда не волнуюсь, привет. Привет, хотя мы здоровались уже несколько раз. Так что, ты купила яблочки? Нет, не успела, я тут это бегала, потерял магазин. О, ой, привет, Лолошечка. Да, мы с тобой уже встречались, да. Я вот это, вот мой друг, да, я с тобой не следила, я с тобой не сижу, у меня есть друг, вот он. Так, Лолошка тоже мой друг, я с ним знаком давно, а? А ты его откуда знаешь? Стой! Запалили. Что такое? Господи, Адриан, все знает, ты знаешь, что я его люблю. Да все спокойно. Знаешь, я настолько на самом деле сам переволновался, что даже забыл, как тебя зовут и как зовут меня. В смысле, ты Адриан, а я Маринет, мы с тобой в одном классе учимся. Да, прекрасное имя, Маринет. Не хочешь поучаствовать со мной в видосике? Видосике? Но мне казалось, что ты модель, а что ты снимаешь? Да, я модель, но тем же временем я снимаю ролики для ютубчика. Ну видишь, если бы, конечно, бы Дора не тупила бы, вообще прекрасно было бы. А Дора это кто? Она твоя... Мой оператор. Оператор! Я-то подумала, девушка. Нет, у меня нету девушки, но я думаю, скоро будет. Может, скоро будет. Дориана, тебе что, кто-то нравится? Есть одна девушка с голубыми глазами, очень красивая. А я ее знаю? Возможно, да. Я думаю, ты ее каждый день встречаешь. Интересно, кто это? Да. А так, в чем тебе помочь надо было, Адриан? Пошли со мной. Да, и что? Господи, я буду с Адрианом сниматься. Господи. Давай, позируй вот так само для камеры. Позируй. Раз, два, три. А теперь давай потанцуем. Потанцуй, мой. Ой. Да, вот так. Вот так вот? Я правильно делаю? Молодец какая. Опа. Опа. Очок могу. Опачки. Ого, ты что-то разогналась. Ой, я еще могу вот так. Ту-ту-ту-ту-ту. Видал, что могу? Ой, извини, Адриан, меня понесло. Ой, нифига тебя понесло. Стыдно, Адриан, прости. Да все нормально. Ой. Если бы она еще монтировала по себе видосики, сама было бы вообще прекрасно. Да ладно, пофиг, пусть тут работает. Что может быть, посидим в кафешке, что-нибудь перекусим? Я буду кушать, Адриан. Конечно, давай. Кстати, насчет видео, я очень хорошо монтирую, там шью и сечу, я могу совсем тебе помочь. Да. Ого, спасибо большое. Ну давай сейчас сходим в кафешку. Давай. Ой, это так мило, Адриан. Да, а есть свободные места, интересно. Блин. Кстати, они все свободные места заняли. Да, это не очень приятно. Ну ладно, их тут много. Ой, а давай тут сядем с этим парнишей и с девушкой. Подожди, я сначала спрошу. Ребят, вы же не против, да? Ну, конечно, не против, я не сомневался. Между прочим... Этот мальчик, у него вроде есть девушка, почему он сидит с другой? Ладно, возможно, это не он, может быть, я что-то путаю. Давай возьмем что-нибудь в кафешке. Да, давай. Что ты любишь? Я люблю круассаны. Да, круассаны. Что ты у нас любишь? Есть? Я, если честно, люблю... Капусту. Капусту?
Тут да. Нет капусты. Я знаю, но знаешь, я думаю, можно будет, в принципе, перекусить. Ну, я не знаю, я редко такие вещи да, кушаю. Давай-ка, я возьму жареного лосося. А чего хочешь ты? Я... Да. Даже не знаю, тут все такое жирное, я буквально недавно поела. Но если тадри надо с ним покушать... Тушеный кролик, очень вкусное блюдо. Тушеный кролик, тогда я была бы не против тушеного кролика. Ну, так, хорошо. А тебе сколько порций взять? А, ты меня еще и угощаешь, я угощаю. Одну порцию, одну, я же не хочу быть пухлой, правда, то перестану рать завтра, вот. Хорошо, пошли, давай найдем какой-нибудь столик, я думаю, в любом случае здесь есть какой-нибудь свободный столик. Ну да, это же парк, он большой, тут наверняка должно быть много мест, правда, все сами. О, вот, прям идеальное место для нас с тобой. У фонтана, это так красиво. Да. Давай я стул подвину, оп. Ой, это так мило. А, да, он такой джентльмен. Ой. Что-то я устал немножко. Ты лёг, Адриан? Всё в порядке? Да. Адриан. Я почему-то не могу сесть, но это ладно. Ну ты нажми правой кнопкой мышкой на стульчик, тоже будет неплохо. Да. О, отлично. Ой, какие мы с тобой невысокие. Ладно, держи водички. Ага, о, спасибо, Адриан. Тушеного кролика и сэндвич куриный. Ну, наверное, сэндвич куриный я оставлю на потом, потому что это очень много за раз съедать. Да я же не хочу быть пухлой. Ну, хорошо, не проблема. Ох, что ж, такой прекрасный день. Такие прекрасные люди со мной. Это ж так романтично. Эйфелева башня. Ты Марионет. В смысле, ты сказал романтично? Я думала, тебе нравится другая. Или ты не это имел в виду? Да, я это имел в виду. Это то самое. О чем ты подумала? Че? Я думала, тебе Леди Баг нравится, нет? Ну, я не знаю, как тебе тут ответить. Адриан, уже темнеет, мне пора домой. Да куда ты пошла? Куда? Какой домой? Ты что, уже это опасно? Уже темнеет, Адриан, мне пора идти. О нет, пражник, мне точно пора домой, Адриан, прости меня. Стой, встретимся, Марина, в школе. Все, пока, Адриан. Господи, Тики, нам пора перевоплощаться. Тики, давай. Ой, так. Где этот праздник был? Суперкот, ты уже здесь? О, привет, Леди Баг! Привет, Суперкот, а ты быстрый, шустрый. Ты что, где-то неподалеку, что ли, был? Да нет, мне сигнал дошел, я со всей спешкой сюда добежал. А, ну, я так же. Так, опять праздник, ну... Да, опять этот... Ты готов? Плохой, я всегда готов, мой посох всегда со мной. Твой посох всегда с тобой. Опа, красавчик. Так, давай, не знаю, аккуратненько подойдем сзади и нападем на него. Нет, давай прям жестоко, бражник, иди к нам, мелкий ты засранец. На тебе, надоел уже со своими бабочками злыми. Вот именно, со своими, да, этими самыми акумами. Акумы снова. Раскидывает тут, нифига он стойкий. Да, между прочим, он очень хорошо дамажит и кушать так хочет. Ух ты. Что-то он... надо поесть. Ай-яй, пинает меня с ноги. Давай, кушай, суперкот, я тебе помогу. Что-то бражник прям очень сильный какой-то. Ну, это же сам бражник. Ты что хочешь, суперкот, поэтому такой сильный. Давай, гаси его. Суперкот, а ты же знаешь, ты же не спамишь этим ударом, правильно ведь? Нет, я пью, когда плюсик появляется. А, ну ты шаришь, ладненько, хорошо. Суперкот, да. Передо мной не прыгай, это очень опасно, суперкот, я могу тебя задеть своей ёшечкой. Пец он сильный. Ты. Да, у меня даже уже нету еды. Суперкот, ты можешь его подержать, я быстренько сбегаю за едой. Давай, я держу его. Давай, держи, суперкот, я быстро. Ой, господи, как же я долго бегу. Так, где-то тут был ларёчек, я сейчас быстро, суперкот, держи, суперкот. Боже, он наступает, у меня осталось 3 сердечка. Что-то он какой-то жесткий сегодня. Суперкот, живи, суперкот. Ой. Боже, как все сложно. Ну, ай-яй-яй, два, одна с половинкой. Суперкот, нет, убегай от него, беги в мою сторону. Я бегу. Господи, суперкот.
Так. Он вроде отстал от меня. А нет, он бежит. Отлично. Суперкот. О, отлично, мне срочно нужна была помощь. Да-да, суперкот, теперь он бежит за мной. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты покушала, нет? Вот именно что нет. Да, так, переагривай, я быстренько сейчас поем. Кушаю. Все, теперь можно сейчас суперкот. На этот случай у меня есть запасное решение. Ай-яй-яй. Что за запасное решение? Не знаю, почему оно не работает, мое запасное решение. У тебя патронов нету, я понял, что за запасное решение. Нет, они у меня есть, но почему-то я не могу стрелять, суперкот. А, все. Да еще еды. Еще еды? Держи, суперкот. Ой-ой-ой, надеюсь... А, у меня опять осталось 1,5 хп. А, суперкот, я перебрала его на себя. Отлично, 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 держи его. Ой, мы сделаем это. Почти у него половина хп уже нету. Странно, что бражник первый раз сам вышел. Вот поэтому он такой сильный. Обычно он присылал этих долбанных акумов. Вот именно. Так, ну вроде бы у меня заработал мой автомат. Даже не спрашивай, откуда он у меня суперкот. Это да, очень странно. Да, это странно, на самом деле очень. Все, патроны закончили, суперкот. У меня осталось 2 хп опять. Что-то он меня прям жестко бьет. Суперкот, а ты успеешь бегать за едой? Да-да-да-да-да, беги, суперкот, я держу его, суперкот, давай. Держи, держи, я бегу. Все будет добро, суперкот, я просто бегаю. Он, кстати, медленнее, чем я, конечно, я же супер Леди Баг. Ой, накупи мне, пожалуйста, купи как можно больше на все свои деньги, я потом, если что, верну тебе. Да, не нужны мне деньги, я тебе сейчас все куплю. Ой, это так, мило, суперкот, да. Опачки, ой-ой-ой, какой он сильный. Суперкот, как ты там? Я пока. Держись, я иду. Сейчас покушаю и бегу. Суперкот. Живи. Ой. Так, где-то там. Ой, походу бегу, он отстал бегу. От нас. Нет, главное не восстанавливай хп, тупой праздник. Я бегу. Ой. Леди Баг, держи, иди сюда. Вот. Спасибо, вот. Суперкот, ты мог бы... О, слава богу, он хотя бы не восстанавливает. Спасибо, суперкот. Ой, отлично. Пинаем его. Ух ты, так, что-то теряю много жизней. Так, он я... прям слишком жесткий. Да, он очень сильный. Создал такого сражения жесткого. Так это самый главный злодей, поэтому он настолько... Настолько Леди Баг, пользуй случаем, если я умру. Я хотел сказать то, что я тебя люблю! А, да, суперкот, ты 100 раз это уже говорил, да. Спасибо, суперкот. Ну ты знаешь, я же... Ладно, потом обсудим, не сейчас, суперкот, ты как всегда не вовремя. Ой-ой-ой, чуть-чуть хп осталось, суперкот. Суперкот. Я иду, сейчас ударю, я восстанавливал жизни. А, хорошо. Ой-ой-ой, жаль, у меня уже жизни мало, а что так еда-то быстро уходит? О, у меня еще так, есть. Так, у меня тоже очень мало жизней. Ну, если почти... я сейчас его не добью... Опа. Так, мы почти... Давай. Бей. По одной тычке чисто его. Да, я по одной тычке бью. Давай, почти, суперкот, давай, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. О, наконец-таки мы сделали это. Суперкот, тихо, не подходи. А, стоп, это не Акума, это... Нет, это не Акума. Это его камень чудес, суперкот. Мы выполнили... Да, мы его достали. Мы выполнили свой... Да, мы выполнили свое предназначение. Так, ура! Это очень хорошо, суперкот. Но что теперь нам делать, если... А хотя, в принципе, если не будет бражника, стопудняк будут другие бандиты. И, в принципе, нам будет что делать. Уже рассвет, суперкот. О, нет, мои сережки, мне пора бежать, суперкот. Да, пора бежать. Давай быстро прощаться. Давай, суперкот, начинай. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и оставляйте ваши комментарии. И ставьте лайк как можно быстрее, чтобы мы успели добежать до дома и не спалились. То, что мы Леди Баг и суперкот. Та-та-та-та. А также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересны. Ну, а с вами была Фласочка и... И я, Малька. Всем пока! Всем пока, ребята!